Экипаж спасателей к месту назначения прибыл. Остановка – Самарский аэропорт. Сотрудники в костюмах химзащиты готовы к дезинфекции международного аэровокзала. В баллонах – раствор гидрохлорида натрия. Против бактерий на поверхностях эффективен. Задача МЧС – обработать площади внутри и вокруг воздушной гавани. Для проведения обработки задействована спасательная рота радиационной, химической и биологической защиты Волжского спасательного центра в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц специальной техники. Входная зона и залы ожидания тщательно обрабатываются с помощью спецсредств. Пассажиры в аэропорту есть, но, к счастью, в малом количестве. Повсюду знаки, предупреждающие людей о мерах безопасности. К примеру, общеизвестные 1,5 метра друг от друга. Дистанцию соблюдают. На вопрос, лететь куда-либо или нет, каждый отвечает сам. Дезинфекцию в общественных местах проводят часто, но все же здоровье лучше беречь дома. Вещество, которое действует, оно может находиться в бочке 3 суток. Соответственно, при распространении то же самое. Однозначно, оно безвредно для человека, для окружающей среды и для животных включительно. После внешней и внутренней дезинфекции аэропорта сотрудники МЧС выходят на финишную прямую. Туда, где за сутки проходит большое количество людей. Санитарная обработка не обходит стороной и подступы к воздушному судну. Хотя пассажиропоток значительно снизился, меры безопасности никто не отменял. Трапы дезинфицируют наравне с другими объектами. В Самарской области чистоту наводит во всех местах массового скопления людей. Остановки общественного транспорта, сам транспорт, скверы, парки, подземные пешеходные переходы. Также запланирована обработка здания железнодорожного вокзала. Контроль за соблюдением мер безопасности в регионе ведет оперативный штаб под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Владимир Маркин, Александр Каракулько. Новости губернии.